Всем привет! Сегодня немного о чистоте и красоте в подкапотном пространстве. Спрашивали меня, чем я покрасил выпускной коллектор. Вот видите, в каком он состоянии. У всех, наверное, кто имеет автомобиль, знает, что он ржавый, рыжий в основном, потому как газы, никакая краска там, может, какая-то термо, и то, наверное, держаться не будет. Никакого секрета нету. Я взял и обработал его преобразователем ржавчины. Даже не снимая, помню, когда-то давно уже, даже уже и не помню, когда, был доступ у меня, сейчас тут стоит редуктор, конечно, не такой доступ, а был свободный доступ более-менее. И прошелся я его, кажется, пару раз преобразователем ржавчины. И вот в таком состоянии он красиво выглядит. И плюс еще штаны из нержавейки. Из псевдо этой нержавейки, которая, я думал, будет ржаветь. Но вот посмотрите, уже приличный пробег. Тоже в таком вот состоянии. Не в ржавом. Красиво все смотрится. Вот так вот. Поэтому можете смело обработать это дело. Оно сверху покрылось цинком, я так понял, пленку дало. И не ржавеет, и красиво смотрится. Всем пока, до следующих видео.